сестра сдавает за свободу, уважаемый лидер. А как она смотрится со стволом? Никому своего мнения не навязывай, чисто имха. Но это еще не все. Я тут немного покопал и нарыл информацию, что она еще и начинающий наркодиллер. Не мне судить, на игле я не сижу, конечно, но местную травку уважаю, при случае выкурю с вами трубочку мира. Наш аванпост атакован! Нужна поддержка! Воины Золотого Пути, помогите! Пришла две большой бизнес, вы себе небось представляете толстых дядюшек в шикарных костюмах, за которых все делают шестерки. Но выходит не обязательно. Деловые женщины тоже встречаются, и в них, знаете, есть какая-то земля. Нет, нет, нет! Вижу противника! Вижу врага! Мы бы аванпост не удержали. Махана,
Сабал сказал, что ты готов узнать, чему служил твой отец. Банашур, бог богов, создал мир песни. Благодарим его за это. Слава богам, дарующим жизнь. Возьми корзину подношений. Свеча – это напоминание, что рост начинается со стремления выйти за рамки. Жизнь неуловима, как ароматный дым благовония, и ее так же легко рассеять. Жизнь без эмоций – ничто, но чрезмерные эмоции могут поглотить человека без остатка. Подбавь огня. Боги даруют нам мудрость. Молитвенный барабан помогает очиститься от дурных мыслей. Прощай. Аджай, помнишь карту, что ты раздобыл? На ней монастырь. Солдаты армии приближаются к твоей позиции. Прячьтесь, армия идет в атаку. Намасте. Thank you.
напали на СОС с оружием. Нужна подмога! Ты спас нас. Ты прямо как отец, Аджай. Спасибо, Аджай. Спасибо. Амита, монастырь мы отбили. Может, теперь Сабал поймет, как важна разведка? Не будь у нас карты, мы бы потеряли важную точку. Спасибо, Аджай. Врага.